Забудьте фразу «не трогай это на Новый год» – одна из самых распространенных ошибок праздничного застолья практически ничего не есть на протяжении всего дня 31 декабря. Важно не пропускать завтрак и обед, считают диетологи. В таком случае вы не сядете за новогодний стол голодным, а значит риск сильного переедания снизится к минимуму. Обязательно 1-2 легких перекуса до того, как вы сядете в 11 часов уже, собственно, отмечать Новый год. Для того, чтобы у вас не было сильного чувства голода и для того, чтобы не съедалось зараз очень большое количество пищи. Не садиться голодными. Очень. За стол 31 декабря вечером. Еще одна вредная новогодняя привычка – готовить горы майонезных салатов, которые потом доедают несколько дней. Срок их хранения в холодильнике, как правило, сутки, а в теплом помещении он сокращается до нескольких часов. А значит, ваша любимая селедка под шубой может быть опасна уже к концу новогоднего застолья. Поэтому лучше не готовить изначально много еды, то есть вот эти ведра салатов с майонезом, селедки под шубой. Лучше готовить ровно столько, сколько вы съедите за новогоднюю ночь, а 1 января встать, ну пусть это будет там попозже, и приготовить какую-то свежую еду и съесть ее. Овощи, наши друзья, не стоит забывать про свежие огурцы, помидоры, болгарский перец или зелень. Если вы боитесь переедания, не старайтесь попробовать все и сразу, рекомендует диетолог. Возьмите немного тех блюд, которые вам приглянулись, и ешьте не торопясь. А чтобы после новогодних каникул весы не расстраивали огромными цифрами, советуют в период праздников не забывать об активном образе жизни. И, кстати, физическая активность, она помогает человеку не переедать. То есть человек, когда физически активный становится, у него лучше идет контроль аппетита, контроль чувства голода и насыщения. Поэтому, естественно, активность, она должна быть. Нужно выбирать те виды активности, которые нравятся конкретно именно вам. Также важно не забывать о воде. Пить по несколько литров воды через силу не про здоровье. Прислушивайтесь к своему организму и пейте чистую воду по жажде. Соки и газировки скорее усилят жажду, а не утолят ее.